Ребят, обалдеть, плюс 30 человек подписалось, более 3000 просмотров. Я в шоке, честно говоря. Я благодарю каждого, кто нашел эту красную кнопку и подписался. Я говорю про вот эту кнопку под видео. Посмотри, если она у тебя серая, то ты красавчик. Ну а если красная, то быстрее делай ее серой. Так ты точно не пропустишь обзор очередной халявы от Epic Games. А еще мне выходят различные прохождения игр. Тоже посмотри. Ну а теперь перейдем к халяве. На этой неделе нам отдают две игры на халяву. Первая — это симулятор ходьбы The Vanishing of Ethan Carter. И вторая — обалденный рогалик Rogue Legacy. Начну я с The Vanishing of Ethan Carter. Эту игру нам уже раздавали 3 месяца назад. Да, но и неудивительно, даже на халяву не особо-то и хотят забирать ее. А все почему? Потому что в игры идут получать удовольствие, а удовольствие приносит интересные механики, сюжет. Я, конечно, понимаю, что и любитель такого жанра есть, но их, мне кажется, меньшинство. Эта игра про детективное расследование. Вам придется путешествовать по различным красивым местам, но, конечно, все зависит от настроя графика. И по крупицам собирать информацию, чтобы раскрыть тайну исчезновения Итана и узнать судьбу его семьи. Вы не просто детектив, а еще эксперт по оккультизму, поэтому в приключении будете смотреть на убийства, показанные вам духами. Но, как и тогда говорил и скажу сейчас, игра, может быть, была бы и классной, но только когда у нас будет общедоступную и хорошо развитая индустрия VR. Тогда, возможно, и красивые места будут восприниматься по-другому. А сейчас же это просто симулятор ходьбы. Если вам такое нравится, то у вас есть неделя, чтобы забрать этот проект. Ну а теперь переходим ко второй игре. Просто вкусняшка. Игра в жанре роглайн. Люблю такие игры, хоть и не очень хорошо в них играю. Но мне очень нравятся задумки таких игр. И самое главное, что со временем ты понимаешь, что у тебя есть прогресс в прокачке. И эта игра не исключение. Если кратко, то нам необходимо пройти всю игру за один заход. Каждая наша смерть отбрасывает нас в начало пути, но сама фишка в том, что после гибели наше дело будут продолжать наши потомки, каждый со своими достоинствами и недостатками. К примеру, герой может быть большим или очень маленьким, или плохо видеть, есть и забавные особенности, так как игра в целом не лишена юмора, но лучше вы сами все узнаете. Все накопленные средства погибшего идут на прокачку наследника. Попутно развивается наше поместье, оружие, броня, способности. Мне очень нравится, когда какие-то элементы сделаны обоснованно, а не из воздуха. Вот тут прям такой вариант. В игре есть и сюжет, который разбросан в записках по миру. И постепенно, если вам интересно, вы сможете восстановить всю историю. Скажу лишь суть. Предатель убивает короля, а мы должны отыскать его, узнать, кто стоит за этим, и наказать, ну или вывести на чистую воду. В игре есть 4 крупные локации, разделенные на комнаты. Замок, крыша, лес, подземелья. Каждое место проклято, различается по сложности ловушек, мобов и боссов. Мы начинаем свой нелегкий путь рыцарем, но в игре есть и другие классы. Игра хардкорна, но пройти можно. В игре отзывчивое управление. Есть юмор, красочные локации, ненавязчивая музыка, масса оружия, брони, способности, боссы и супербоссы. Кстати, если пройти всех секретных боссов, то можно открыть новый класс. И это тоже классный элемент. В общем, в игре еще куча различных механик, но, как вы поняли, мне игра определенно зашла. Бывают, конечно, моменты, когда и подгорает, но все, что мы делаем, ведет нас к увеличению нашей мощи. И рано или поздно все равно пройдем тот или иной момент. А на этом у меня все. Большое тебе спасибо за просмотр. Не забывай подписываться на канал, а также оставлять свое мнение о халяве. Оно может отличаться от моего, и мне будет интересно его узнать. А я желаю тебе хорошего настроения, удачи и пока!